Кёнигсе – самое чистое озеро в Германии. И мы собираемся поплавать на лодочке по этому озеру. Единственное, там огромная очередь. Когда мы дойдем до лодочки, непонятно. И надеюсь, что мы не замерзнем. Потому что достаточно холодно, горы, все-таки вода, зябко. Озеро Кёнигсе, расположенное на юго-востоке Баварии, в центре немецкой коммуны Берхтесгаден, питается в основном из подземных родников и источников, так что холодная вода в озере держится круглый год. Средняя ее температура 16-17 градусов. Купаться в озере в принципе можно, но мало кто на это решается. Как пошутил наш экскурсовод, если вы прыгнете в воду как король, выйдете вы из воды как принцесса. Мы входить в воду не стали, а вместе со множеством других любопытных поехали на лодке. Кстати, уже больше 100 лет судоходство по озеру осуществляется лодками и катерами на электрической тяге. Так немцы заботятся о местной экологии. К тому же на земле у Кёнигсе нельзя ничего строить и даже менять. Из лодки было хорошо видно гору, которая напоминает спящую ведьму, лежащую на спине лицом вверх. Вообще-то эта гора называется Ротофен, но все называют ее «спящая ведьма». Похоже, правда? Есть на озере Кёнигсе еще одно знаменитое место. У отвесной горы под названием Эхо-Ванд – прекрасное эхо. Раньше здесь можно было выстрелить из ружья, и в хорошую погоду эхо отзывалось 7 раз. Сейчас стрелять запрещено. Теперь для демонстрации эхо используют трубу, и в хорошую погоду эхо слышно 1, максимум 2 раза. Погода была хорошая, и капитан остановил лодку и устроил нам небольшое представление. Кёнигсе – это самое глубокое озеро Баварии. Его глубина 200 метров, длина 8 километров, а ширина больше 1 километра. Скалы Фалькенштайнер-Вальд уходят вглубь озера практически отвесно до самого дна. Когда-то, больше 400 лет назад, во время ненастья здесь перевернулся плот с сотней паломников, направлявшихся к церкви святого Варфоломея. Большая часть из них утонула. Церковь святого Варфоломея – одно из самых известных паломнических мест в Баварии. Построена она была в начале 12 века. Паломники и сейчас сходятся в этом месте каждый год в августе. Мы же попали сюда в конце октября, и здесь уже выпал снег. Какой хороший городок! И снег есть, вкусняшки есть, и какие тут высокие горы! Нам очень хотелось приблизиться к этим горам, так что мы отправились вверх, встретив по пути горную речку и ручей с вкусной водой. История решает повторяться. И как когда-то мы взбирались к озеру Гозау третьему,
то вот так вот сейчас мы взбираемся непонятно куда, непонятно зачем, непонятно как долго нам еще осталось. Осталось нам недолго. Попив воды и погуляв по тропинкам, мы решили вернуться. Пока мы плыли в Шенау ам Кёнигзе, солнце начало садиться, и мы смогли увидеть закат над горами. А в самом Шенау Сашка нашел себе нового знакомого, с которым можно было хохотать до упаду. Пошли, что-то.